Смертельную статистику на водоемах страны озвучили сегодня в МЧС. Нынешний купальный сезон стал последним для 164 казахстанцев. А если посчитать утонувших с начала года, то это 182 человека. В отдельных случаях даже тонули целыми семьями. Трагедии на воде унесли жизни полсотни детей. Но в целом, по сравнению с прошлым годом, жертв оказалось меньше. Об этом сообщили спасатели. Сократили смерти и при пожарах. Правда, говорить об окончании опасного периода еще рано. Скорее наоборот, отопительный сезон только начинается. И здесь, по словам специалистов, высоки риски как бытовых возгораний, так и природных ЧС. С учетом паводковой ситуации, то есть было много влаги, соответственно, травостой очень высокий, густой. Соответственно, осенью, то есть вся зеленая трава будет сухой. Соответственно, есть большие риски возникновения природных пожаров. В первую очередь, это лесные регионы, где есть хвойная растительность, то есть это восточно-казахстанская, абайская, павлодарская.